Более 80% автодорог поселка Медведево планируется привести в нормативное состояние до конца 2024 года. Большая часть улиц населенного пункта будет отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подробности у моих коллег. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется в поселке Медведево с 2019 года. За этот период было отремонтировано более 4 километров дорог на общую сумму более 100 миллионов рублей. В 2019 году мы отремонтировали улицу Советскую, в 2020 году улицу Ленина и улицу Гагарина, в 2021 году улицу Терешковой и Лермонтова. В прошлом году было отремонтировано 3 улицы: улица Коммунистическая, Комсомольская, Масолова. В настоящее время у нас на экспертизе находится проектно-сметная документация на 3 дороги. Это улица Мира, улица Полевая и улица Медведева. Это дороги 2024 года. Ну, как можно сказать, что при успешном реализации данного проекта, возможно, что улица Мира Полевая мы исполним еще в этом году. Работы выполнены в соответствии с сметной документацией. Да, была произведена замена бортового камня, соответственно, устройство тротуаров, устройство выравнивающего слоя, фрезерование и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров. Работы были произведены в соответствии с действующими нормативами, которые введены у нас уже с 2019 года, то есть по новым требованиям. В этом году нашим предприятием планируется выполнить работы по ремонту улицы Некрасова. Соответственно, планируемое начало работ середины мая, к осени закончим данный объект. Перечень участков, которые ремонтируют по нацпроекту, формируется с учетом общественного мнения. Также выбор обусловлен в том числе наличием рядом социальных объектов и состоянием дороги. Чтобы отремонтировать улицу Медведева, одну из центральных в поселке, требуется порядка 70 миллионов рублей. Почти 2-километровая дорога сейчас в удручающем состоянии. Уже в следующем году ее планируют привести в нормативное состояние. Кстати, в поселке ремонтируют не только дороги, не оставляют без внимания и дворовые территории. Кроме реализации национального проекта, на территории поселка также ремонтируются дороги и дворовые проезды за счет других средств. Благодаря средствам, которые были предоставлены из республиканского бюджета в прошлом году, благодаря поддержке руководителя нашей республики Юрия Викторовича Зайцева, мы в поселке смогли отремонтировать 19 дворовых проездов. В прошлом году в рамках реализации нацпроекта БКД в республике было отремонтировано более 300 километров дорог.